такое диспансеризация? Это выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска, которые могут привести к этим заболеваниям. Ведь не секрет, что очень многие заболевания приводят и к инвалидизации, и к временной утрате нетрудоспособности. Если человек будет знать о своем заболевании, о тех факторах риска, которые могут привести к ухудшению течения заболевания, о тех мерах, которые он может принять к себе, любимому, для того, чтобы ему не стало хуже. Вот для этих целей и направлена эта всеобщая диспансеризация. Уже сегодня пройти медицинский осмотр, лабораторное, инструментальное обследование могут жители, родившиеся в 1992 году, 1989, 86, 83, 80, 1977, 74, 71, 68, 65, 62, 59, 56, 53, 50, 47, 44, 41, 38, 35, 32 и 29 годах. У остальных такая возможность будет в следующем и в 2015 году. Для прохождения диспансеризации нужно обратиться к своему лечащему врачу или в поликлинику в Лабинске по улице Горького, 13, в регистратуру. Диспансеризация будет проводиться на первом этаже правого крыла поликлиники. В будние дни с 8 до 5, пожалуйста. В субботу в первой половине дня. Все кабинеты идут цепочкой. И в этих кабинетах будут находиться только те люди, которые проходят диспансеризацию. То есть общих очередей на сдачу анализов, ЭКГ и все остальное этого не будет. Если, единственное, если подойдут более там 2, 3, 5, 5, 6 человек для того, чтобы пройти диспансеризацию, да, возможно, будет небольшая очередь. Хочу подчеркнуть, что в медицинской помощи отказа не будет любому обратившемуся в поликлинику. Врачи, как и прежде, ведут прием на участках. Объявленное Министерством здравоохранения диспансеризация – дополнительное медицинское обследование. Определена диспансеризация с возраста 21 год с шагом, между ними 3 года. Но если вы в этом году не попали в возраст, для которого проводится медосмотр, то вас посмотрят в следующем или через год. То есть в том, что вас обидели с вашей точки зрения в этом году, ничего страшного нет. Если вы не попали в диспансеризацию, это не значит, что вам отказали в приеме. Диспансеризация просто проводится по тому шаблону, который нам предложил министерство. Значит, вы можете прийти к любому доктору на прием, рассказать о себе, о своих жалобах, и вам обязательно помогут. Нужно будет сделать какие-то дополнительные исследования для выяснения состояния вашего здоровья. Все, что в наших силах, пожалуйста.